Кто такой супергерой? Супергерой такого спасает из высоких крыш, из высоких водопадов, из высоких гор. Супергерой – это тот, кто помогает людям и животным. Супергерой – это тот, кто совершает хорошие поступки. Супергерой – это кто умеет летать, помогает всему городу. Супергерой – это тот человек, который помогает людям. Супергерой – это кто спасает людей. Ну, супергерой – это кого спасает людей. Супергерой спасает мир. Он спасает людей. Каких супергероев ты знаешь? Я знаю вот бегуна, который очень быстро бегает, который еще летает, еще который вот быстро бегает, еще прыгает быстро. Спасает людей и животных. Человек-паук. Ну, Человек-паук, Железный человек. Ой, Железный человек, Халк. Человек-паук, Железный человек, Бэтмен. Какими бывают супергерои? Они бывают смелыми, добрыми и ловкими, и еще заботливыми. Они заботятся о животных и людям. Добрыми, сильными, отважными, смелыми. Супергерои бывают отважными. Хлаблыми. Смелыми. Сильными. Они помогают людям. Добрые, отважные, сильные, смелые. Хорошие. Они бывают сильными, здоровы. Которые спасают людей из воды. Добрые. Почему? Потому что они совершают хорошие поступки. Они, когда вот человек тонет, они прилетают и спасают. Если бы ты был супергероем, то каким? Я бы была супербегуном, потому что я могу всех спасти, животных, которые взяли воры без разрешения. И я бы их всех спасла, которые были в мешке какой-нибудь, которые видели глазками. И я бы их все вытащила и разносила по домам, чтобы он так больше не делал. Суперкошка. И я бы всех бы спасала. Шоке. Спасателем. Почему? Потому что он всех спасает. Откуда? Как он спасает? Он помогает людям, которые где-то застряли. Халком. Почему? Ну, потому что он сильный. Человеком-пауком больше хочу. Почему? Потому что он на паутине летает и спасает человека.